Так, ну ладно, вот все-таки решил залезть еще в кабину, и черт с ним. Пока заводить не буду, сниму просто из кабины. Тоже 11 июля, 14 год. Вот в крыше стекла нафиг нету. Обломано, но это надо... Думаю, что можно самому выгнуть. Рычаги вон, если видно, не поймешь. Кнопки. Но сейчас искать, разбираться, какая кнопка в стандарте соответствует чему, какой операции, нет смысла, потому что я говорю, провода брошены просто на скорую руку, новая проводка проведена, и все подсоединено к чему попало. Есть кнопка, значит, давай подсоединим к чему-нибудь. И вот, значит, интересно, что я хочу показать для того, чтобы отжать в этом тракторе. Чтобы отжаться на поднять лопату или опустить, надо сначала вот этой кнопки включить, типа как свет, но свет не включается. Здесь присоединены провода, которые идут типа как на этот самый, на лопаты, а потом уже включаешь. Это значит задняя лопата, пока она стоит включена в этом положении, левым рычагом на себя поднимаешь, опускаешь, все. Поработал одной стороной, потом это уже нейтралка и дальше на ту сторону. То есть на три положения. Верхняя, нижняя, нейтралка и нижняя. Значит, это уже другая лопата. Опять этим же самым рычагом туда-сюда. И потом, когда уже поработал лопатами греферными, этими бульдозерными, ставишь опять на нейтралку и выключаешь вот этот вот тумблер, который, в общем-то, предназначен для какого-то прожектора. Вот такая вот фигня. Дальше эти кнопки вот все, все перетыркал, все передергал, ничего не могу понять, ничего не работает, а или наоборот, что-то происходит то, что вообще не соответствует стандарту, скажем так. Если нарисованы какие-то прожектора, включаешь, что-то другое срабатывает. Или там сигнал, или поворотники, или вообще черти что. Ну ладно, разберемся, поэтому я говорю. Он пообещал, что придет какой-то мужик. Он на нем вроде бы уже как мучился. Вот руль. И мы с этим мужиком уже кое-как. Он мне, потому что уже методом научного тыка, это когда уже совсем безвыходное положение. Тут сейчас самое главное разобраться, как добраться до того клапана, который срабатывает, стопор, который срабатывает на съем ковша. Где у него здесь кнопка к этому месту, неизвестно. И плюс еще как потом, когда гидромол, на гидромолоте сейчас надо работать, есть как раз объекты, надо торопиться, а ничего, видишь, как не получается. Как, что, куда нажимать, ну это тормоз, это понятно, это вперед-назад, это тоже понятно, это уже, как говорится, понятно. Ну а где эти кнопки, где или дополнительную педаль, или черт его знает. И я думаю, что на пневмомолот идет газовая педаль, просто надо где-то ее переключить, наверное, или черт его знает. Или дополнительная педаль где-то должна быть, как это бывает в большинстве случаев. Ну вот, все повырыванное, это все, ну это ерунда, это все мелочи, это все мелочи. Потому что тут, если тут магнитофона нет, то это все фигня. Ну вот, пока все. А потом уже, когда я думаю, что если я здесь буду работать на этом, в этой фирме, на этом агрегате, будет много чего. Много будет смешного про этот агрегат.